Ребята, всем здорово, Саныч на связи, я вас их очень рад приветствовать у себя на канале. Подписывайтесь на канал, не забывайте. А сейчас мы узнаем, что должен мужчина за то, что ему приготовят похавать. Мужчины, которые не заработали на крутую тачку, квартиру и путешествия 3 раза в году, нефиг говорить, что девушка должна жрать, готовить, убираться и вот эта вся фигня. Ну понятно, не, ну хорошо, допустим, я заработаю себе, подчеркиваю, исключительно себе, там, на крутую тачку, на, там, на квартиру, на машину, на 15 раз в году отдых съездить, отдохнуть, как бы, значит, я не должна готовить и убираться, как бы, она не уточнила, что я для нее это должен заработать, либо в том числе для нее, как бы, да, опять-таки, скудоумие помешалось умничать, никаких оскорблений, это так просто мысли вслух и все. Ребята, зарабатывайте для себя, зарабатывайте для себя. А вот это вот, знаете, если у вас будут возможности 15 там раз, ну, пускай даже 3 раза съездить далеко, там, отдохнуть за границу, там, на какие-то нормальные курорты, не курорты, а вообще просто какие-то страны, на крутую тачку, на крутую квартиру, ребят, у вас, чтобы приготовить, пожрать, постирать там и убрать, это либо ты сам для себя просто по кайфу будешь делать. Для меня домашние дела чисто для себя, это по кайфу просто делать. Это расслабление, там, под какую-то музычку, это прикольно все. Либо же ты можешь просто за это заплатить. Какую-то вот эту вот субстанцию содержать просто за вот эти вот дела, я бы не стал.